ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом, хорошо. Рядом, хорошо, место. Сейчас мы пройдем с ним начальный курс дрессировки, то есть это работа собаки на поводке. Порода американский стаффордширский терьер, возраст 6 месяцев, кличка Арчи. На первом этапе заведите такой подсумочек с лакомством, и обязательно на первом этапе все команды подкрепляем лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Хорошо, место. Рядом, хорошо. Рядом, хорошо, рядом. Хорошо. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. В это время можно поиграть с щенком, заодно подготовиться к очередной отработке команды ко мне. Команда ко мне – это сложная дуальная команда. Правильно, Арчи? На первом этапе ее нужно отрабатывать в уединенных местах, без посторонних раздражителей. И обязательно на первом этапе эту команду нужно подкреплять лакомством. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Правильно, Арчи? Гуляй. Контактный очень песик. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо, рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается при началах движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собачку на поводочке и отработайте команду рядом. Затем остальные команды будете подключать поэтапно. Правильно, Арчи? Хорошо, рядом. Рядом, хорошо. Рядом, хорошо. То есть по команде рядом при остановке собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Правильно, Арчи? Хорошо, рядом. Рядом, хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, сидеть. По команде сидеть собака должна сидеть. Со временем время выдержки расстояния будем увеличивать. Занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние чем часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей. Подходим и хвалим собачку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. Лежать. По команде лежать собака должна лежать. Со временем время выдержку и расстояние будем увеличивать. Существует 3 вида поощрения. Первая – дача лакомства, оглаживание, команда «хорошо». На первом этапе применяем 3 вида поощрения. Со временем навыки закрепятся, укрепятся, и будет достаточно просто давать голосовую оценку команды «хорошо». Подходим и хвалим собачку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо. Рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо. По команде рядом, как я уже говорил, собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Правильно? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Хорошо, место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть, лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке, и собачка может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Собачка может сесть, лечь, встать, но не отходить от поводочка. И более длительный интервал по выдержке. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом, хорошо. Рядом, хорошо, рядом. После того, как провели дрессировку, дайте собаке разгрузку. Для собаки самая любимая команда – это какая? Команда «гуляй». Правильно, Арчи? Хорошо, рядом. Хорошо, гуляй. По команде «гуляй» собака должна гулять. Гуляй, гуляй. Ко мне.
По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо, ко мне. Повторили команду, огладили, дали лапу. Хорошо. Ай, молодец. Рядом. Рядом? Хорошо, рядом. Рядом? Место. То есть это мы вам продемонстрировали начальный курс дрессировки. То есть это работа собаки на поводке. Порода американский стаффордширский кс-кс. Терьер. Возраст 6 месяцев, кличка Арчи, свою работу окончил. Подписывайтесь на наши каналы, Одноклассники, Контакты, YouTube, Instagram, Кинолог, Слайд. Будем рады всем вам помочь в дрессировке. Всем удачи, всего доброго. Молодец, Арчи.